Станция Боровское шоссе Московского метрополитена открыта 30 августа 2018 года в составе участка Раменки-Рассказовка. Название станции дано по Боровскому шоссе. Станцию изначально планировалось построить на Солнцевской линии, которая бы соединяла Новую Москву со станцией метро Юго-Западная. Но этот проект линии так и не был реализован. К проекту станции вернулись в 2012 году в связи с проектом продления Калининско-Солнцевской линии через центр города и на юго-запад в Новую Москву. Колонны двухпролетной станции мелкого заложения. Оформление содержит отсылки к Боровскому шоссе, именем которого названа станция. Облик станции обусловлен контрастным сочетанием ярко-оранжевых элементов и фонового оформления в оттенках серого цвета. Освещение напоминает городские фонари, потолок с насечками похож на шоссе после дождя, а декоративные светильники на летящие с большой скоростью автомобиля.